Как вы себя чувствуете? Хорошо себя чувствую. А почему такой запах из салона у вас? Ну, потому что мы на рыбалке были и... Слушайте, у меня там друзья, они погибают, я не знаю, что с ними. Погибают? Будь добры, документы у вас есть какие-то? Нет. Выйдите, пожалуйста, из автомобиля. Я пытался... Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Свердловскому городскому округу в поселке Взморье был установлен автомобиль марки Nissan под управлением водителя 1970 года рождения. В ходе проверки документов было установлено, что у водителя имеются явные признаки алкогольного опьянения. Однако от прохождения следственного состояния алкогольного опьянения данный гражданин отказался. В отношении водителя был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. Водитель в состоянии опьянения за рулем – это потенциальный преступник. Ладно, хорошо, я пьяненький. Хорошо, я пьяненький. Не надо меня снимать. Вы могли совершить дорожно-транспортное происшествие, да, где могли пострадать люди. Да, я другие. Думал об этом. Я пытался не совершать.